Команда Pilot GT – это профессионалы различной специализации, от лучших преподавателей школ, водительского мастерства, мастеров спорта до действующих пилотов гоночных команд. Большой спортивный опыт, специальные познания, заслуженный авторитет в различных дисциплинах автомобильного и мотоциклетного спорта, таких как картинг, кольцевые гонки, классическое ралли, авто и мотокросс, представили возможность сотрудничества с легендарными автомобильными брендами и успешно зарекомендовать команду в области организации проведения автомобильных проектов. Один из них недавно был представлен в Сочи. Совместная работа профессионалов из команды Pilot GT и дилерского центра Modus позволила впервые провести на курорте большой тест-драйв автомобилей Land Rover. Преодолевая препятствия различной сложности, сочинские ценители внедорожников премиум-класса смогли опробовать преимущества автомобилей Land Rover. Важность таких проектов очень высокая, и спрос на автомобильные мероприятия будет все выше и выше, тем более, что сейчас в Сочи у нас появится лучшая в России площадка, это автодром категории 1, где, как вы знаете, пройдет дебютный этап чемпионата мира в классе Формула-1. Естественно, после проведения этапа Гран-при автодром будет максимально эффективно функционировать, в том числе и для таких мероприятий. Помимо тест-драйвов и трек-дней, команда Pilot GT предлагает курсы спортивного вождения. В процессе обучения инструкторы помогают участнику раскрыть тот идеальный баланс технических характеристик, ходовых качеств и комфорта, которым обладает автомобиль. В итоге каждый водитель может научиться управлять высокоскоростными автомобилями на таком же уровне мастерства и уверенности, как и профессиональные пилоты. Каждому проекту команда Pilot GT подходит индивидуально и креативно. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.